Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. У нас Портнов Computer School. Не могу сказать даже, что гости это свои ребята. А цветочки что? Цветочки почему? Это для Софии. Ну покажите так, они хорошие, такие красивые. Видно, что богато так, богато, друзья. Они... Моя еврейская мама. Да вы что, а вы же туркмен? Я. Окей. Я как настоящий еврей, 40 лет по пустыне в поисках лучшего места. Понял. А, так Туркмения в этом смысле удачное место. Там пустыня есть. Ходишь, ходишь, и еврей. Ну да. Вы у нас, когда на видео снимались, была вот эта история, как вы в Новой Зеландии. Да, о простоволосице. Да, друзья, если вы будете поезд делать на Новую Зеландию, вы увидите вот это видео. И там еще овечки вот такие идут на иконки к этому видео. Что с вами случилось с тех пор? Что со мной случилось? Закончил школу, нашел работу. Так. При помощи школы, конечно. Так. Работаю уже год почти. Да вы что? Да. Ну это... Да, год уже почти. Но в Туркмению не тянет там, в пустыню? Нет, вот куда угодно только... Подождите, но вы жили после этого в Израиле? Подождите, жили... Туркмен тоже... Тянет в Туркменистан, тянет. Еще как тянет. Да. Вот, значит, Туркменистан... В Израиль не тянет? Вот в Израиль больше всего тянет. Да вы что? Еврейские корни. А, не то, что, не то, что девки там какие-то. Не, какие девочки. Кому я могу такой бородатый нужен? Так, хорошо. А в Новую Зеландию не тянет? В Новую Зеландию тянет. Тянет. Островной синдром, вот он прям... Хочется. Да, как магнитом. Так вы чего, пришли с Софией поздравить просто? Повидаться с Софией. Понял. Ну, давай, у Софии недавно был Новый год. Так. Да, вы рассказываете. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Так. Наконец-то мы еще к вам пришли. Подождите, а вы откуда? Тоже из Туркмении? В Туркмении я у вас снимался в январе. Прошло он уже 9 месяцев. Так. Все хорошо, все отлично. То есть вы туркмены сбились в кучу, но, вы просто туркмены или тоже евреи? Я вам шапку там, дом дарил. Я помню, да, очень знаковые такие предметы, мы все время пользуемся. Он у вас висит. Висит. Каждый раз я вижу. Да. Ну так где же вы сейчас? Все отлично сейчас. Так. Мы в Конкорде. Так. Работаю. Чего делаете? Все нормально. Я по машине. Автомобилем? Да. А что, ремонтируете? Нет, я занимаюсь тонировкой, тонирую машины. Слушайте, все время спрашивают люди, а есть ли работа по тонировке? Такое ощущение, что пол России тонирует да, что-то. Да, что, ребята, Калифорния... Скажите всю правду. Ребята, все, Россия, Белоруссия, все, так. Приезжайте. Обязательно, здесь очень много работы. По тонировке. Требуются квалифицированные работники. Так. Потому что так как Калифорния жаркая. Что за это платят, страна. Скажите, квалифицированному работнику? А, платит это. Что можно заработать за месяц? Что можно заработать? От 4 до 5. Тысяч. Да. И больше. И что, просто тонируешь и все. Да. И есть вот желающие. Очень много. Да вы ж. Слушай, так неожиданно. Так неожиданно. Так это надо что, в специальном каком-то шопе работать или все тонируют? Желательно, да. При шопе можно. Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, мы видим Софию. София принимает. Вот, нет, что же вы убегаете-то? Вот. А вот так. Да. Почетный у нас. Ты помнишь моего друга? Ай, только вчера вспомнили. Ты будешь богат. Серьезно? Мы вчера вспоминали, тебя приходила с суммой, но... и она сказала... А, Минал, да, она мне вчера сказала. Привет. Даже если вы скажете, что вы бедный, они скажут, что евреи. Она разбудила мою спящую совесть, поэтому я приехал. Евреев тоже бывает. Слушайте, расскажите эту историю, как вы стали евреем. Мне очень понравилось, как вы с кем-то торговались. А, у нас в Туркменистане, когда меняешь доллары, если там крупная... банковская валюта, да. За размен берут деньги. Так. Он поехал менять доллары, 100 долларов, у меня было там буквально 20 долларов разменять. Вы поехали менять? Да. Так. И парень, который я менял, он хотел за это 3 доллара взять, то, что он меня разменяет, разобьет эти 100 долларов по мелочам. Мы спорили, наверное, добрых минут 15-20, в итоге он говорит, слушай, ты такой вредный, что, еврей, что ли? Я говорю, а меня задело, и тут я вспомнил, что у меня дядя как раз недавно уехал по еврейски, по Холокосте, из Москвы в Германию уехал. И я ему говорю, ну да, меня задело. Я говорю, ну да, я еврей, и что? Он говорит, я тоже еврей, только бухарский. И он мне подсказал, как уехать в Израиль. То есть он сказал, что еврей в положительном смысле. Да. А, говорит, наш торгуется. Так, я понял. И только он мне неправильно сказал, агентство есть такое, Сахнут. Конечно. Которое занимается. Но Сахнут вообще переводится как и фирма, на самом деле. Но Сахнут занимается репатриацией евреев. Да, а он мне сказал, Шохрут. Шахрут. Так я еще не нашел, потом случайно у меня друг, который учился в Ташкенте, я у него узнал, что не Шахрут, а Сахнут на самом деле. Так.
Ну, и спасибо. Через него спасибо. Потом я нашел это агентство, связался, у нас в Туркменистане просто его не было. Я связался с узбекским филиалом, через них все сделал, и буквально через 2 месяца после этого я уже был. Сахнут все время критикуют, что они разнарядку имеют, и уже там евреи, не евреи, всех оприходуют и везут в Израиль. И вот как ты их за это критиковали? В нашем случае их критиковали за то, что плохо работает, потому что у нас семья очень большая, там чуть ли не 70 человек, если взять всех правнуков. Да. И когда я поднял этот вопрос, там многие кто захотел из двоюродных уехать тоже в Израиль вместе со мной патриироваться. И когда мы всем скопом завалились, Шимон Найман есть такой, был в то время, 10 лет назад. Кто такой? Этот посол Узбекистана обслуживал 4 страны. Ага. Туркменистан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Посол Израиля? Да, 4 страны обслуживал, потому что в тех странах не было представительства. Да. И этот... можно мне грипп оправить? И этот... короче, он начал критиковать работницу Сахнута, почему ты столько лет, оказывается, плохо работал. Такая большая семья, мы про нее не знали. Я тут сейчас весь кишлак приведу там. Да, тут вообще, там на самом деле очень много людей, которые даже не подозревали, что у них есть еврейский. Конечно же, прятали же в то время. Прятали, да. Так вот. Но как... оказалось, помогло. Да, ну, так они что, в Израиле так и живут или разъехались потом? Не, они в Израиле пока остались, они просто не настолько евреи, насколько я, они грин-карту еще пока не выиграли. Ну да, то есть они такие как бы незатейливые. Ну что же, хорошо, ладно. А где тортик я хотел показать? Мы его спрятали. Как, София, пошли смотреть тортик. Давайте смотреть. Так, смотреть торт. Так, ой, вы не из Туркменистана, товарищ? Мы проездом только там были. В Туркменистане? А откуда вы? Я из Беларуси, Минск. Так, а вы откуда? Я из Украины, Одесса. А могли бы быть из Узбекистана? Могли бы, черненький такой. Так, друзья, торт, ну, я скажу так, чисто внешне, он такой, знаете, вот как москвич с моторами Мерседеса. То есть смотришь москвич, понимаете, а внутри там... Резать надо. Надо резать. Ах, друзья, как не хотел я скрыть этот момент. София, покажите нам один кусочек, как он выглядит. Ничем даже симпатичнее. Да это я согласен. Вот так выглядит, крошится. Дайте я понюхаю. Я сейчас понюхаю. Друзья, нюхаю для вас. Пахнет свежим и шоколадным пахнет. Ну что же, ладно, все, друзья, я сказал, что попрощаюсь, я уже попрощался, поэтому уже не прощаюсь, я с вами прощаюсь.